Всем привет! И сегодня топ-5 планшетов. На 5-м месте Honda V719. Его стоимость составляет $90. Операционная система Android 4.2, оперативная память 1 ГБ, флеш-накопитель 8 ГБ, процессор 4-ядерный MTK8382. Графический ускоритель Mali 400. Экран у него установлен 7-дюймовый IPS. Разрешение HD. Камера установлен 2-мегапиксельная, передняя 0,3 мегапикселя. Также у него есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth поддержка, microSD карт, поддержка одной сим-карты в диапазонах 2G и 3G. Емкость батареи составляет 2800 мА. Antutu Benchmark выдает всего лишь 17700. Четвертое место. Chivu VX8. Его стоимость составляет также $90. Оперативная память 1 ГБ, флеш-накопитель 8 ГБ, процессор стоит 4-ядерный MTK8127, 1,3 ГГц. Графический ускоритель Mali 450. Экран 8 дюймов, IPS матрица с разрешением HD. Камера установлена задняя 2 Мп, передняя 0,3 Мп. Также у него есть HDMI, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, поддержка microSD карт. Данный планшет не поддерживает сим-карты, есть только поддержка внешнего 3G модуля. Емкость батареи составляет 4000 мА, это достаточно хорошо. В Antutu Benchmark выдает 19500. На третьем месте расположился планшет Colorfly G808. Его стоимость самая максимальная из данной подборки – $109. И он отличается одним от всех данных планшетах. Его емкость батареи составляет 4500 мА, максимальная среди данной подборки. Операционная система Android 4.4, оперативная память 1 ГБ, флеш-накопитель 8 ГБ, процессор установлен MTK8392, графический ускоритель Mali 450, экран 8 дюймов, IPS 1280x800. Камера задняя установлена 5 Мп, передняя 2 Мп. Это максимальный показатель среди данной подборки. Также установлен GPS, модуль, Bluetooth, Wi-Fi, поддержка microSD карты. Поддерживает 2 сим-карты в диапазонах 2G и 3G. В тестах выдает в Antutu Benchmark 26 тысяч. На втором месте у нас Cube T8. Его стоимость составляет $95, на $10 меньше, чем в предыдущем планшете. Операционная система установлена Android 5.1. Это единственный планшет среди данной подборки системы Android 5.1. Оперативная память 1 ГБ, флеш-накопитель 16 ГБ, процессор 4-ядерный, MTK8735, 1,3 ГГц. Графический ускоритель установлен Mali 450, экран 8 дюймов, IPS, разрешение HD. Камера задняя 2 Мп, передняя 0,3 Мп. У него есть HDMI, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, поддержка карт, поддержка 2 сим-карт в диапазоне 2G и 3G. Емкость батареи 4000 мА. В Antutu он выдает 20500. И лидирующую позицию занимает планшет T-Class P70. Он стоит всего лишь $80. Операционная система Android 4.4, оперативная память 1 ГБ, флеш-накопитель 8 ГБ, процессор 4-ядерный, MTK8392, графический ускоритель Mali 450, экран 7 дюймов, IPS с HD матрицей. Камера задняя дает 2 Мп, передняя 0,3 Мп. Также у него установлен GPS, Bluetooth, Wi-Fi, поддержка карт памяти, microSD. Емкость батареи составляет 3200 мА. Это не так много, но и не так мало. В Antutu Benchmark у него выдает фантастические результаты. 32500. Это максимальный результат среди данной подборки за такие деньги. И напоминаю, он стоит меньше всех, он стоит $80. Всем спасибо за просмотр, если понравилось видео, ставьте лайк, ну и подписывайтесь. Всем пока!